пальчиками вот так разминаем, как в пластилине, как в школе делаем. Растягиваем тесто во все стороны. Это краст. Основа будущей пиццы. От того, какой он будет, во многом зависит вкус. Шеф-повара разных стран спорят о толщине краста, но итальянцы, известные гурманы, предпочитают пиццу на тонком тесте. Приготовить это блюдо взрослые дети смогли на мастер-классе в Химках. В чем секрет хорошей пиццы? Это тесто. Тесто самое главное, вкусное было. А из чего состоит это тесто? Мука, соль, сахар и подсолнечное масло и дрожжи. Истории пиццы около 6000 лет. Еще древние египтяне готовили лепешки с оливковым маслом, зеленью и оливками. Любили пиццу и римляне. Во время войн жарили плоский хлеб прямо на щитах. Сейчас рецептов великое множество. Некоторые из них опробовали участники мастер-класса. Сегодня мы хотели бы показать мастер-класс пиццы с грибами и оливками. Пицца с помидорами, наверное, маргарита у нас будет. И, наверное, мы попробуем сделать пиццу пепперони с колбасой. Это первая пицца, которую Маша приготовила сама. Но вряд ли станет последней. Любовь к кулинарии девочке привила мама, сотрудник ресторанного бизнеса. С малых лет Маша с удовольствием проводит время на кухне. Помогает старшим. Ну как тебе твоя пицца? Вкусно. Вкусно? Ты с собой довольна? Еще дома придешь, приготовишь? Да. Мастер-класс посетили не только дети, но и взрослые. Среди них представители администрации округа. Вы видите, как участникам, детям, взрослым интересно самим прикоснуться к этой тайне, к этому искусству приготовления пиццы. Наверняка это поможет и популяризировать эту деятельность, а может быть, кому-то и поможет в будущем выбрать профессию. После мастер-класса каждый смог попробовать свое творение. Довольные лица красноречиво говорят, сегодня никто не уйдет голодным. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.